разберем сегодня проблему с установкой пакета NET Framework версии 3.5. Некоторые программы не работают без этого компонента. Вот вам пример. И случается такое, что и сама операционная система не может установить данный компонент. Вот мы получили ошибку. На экране вы видите код ошибки. Все попытки установить данный пакет закончились неудачей. Для начала мы попытались просто скачать онлайн-установщик. Онлайн-установщик не выполнил свою задачу. То есть попытка увенчалась неудачей также. Далее мы пытаемся скачать офлайн-установщик, то есть локальный установщик, назовем его так. Здесь же, на этом же сайте, переходим в инструкции по установке, скачиваем полный пакет NET Framework. Вот он. И он делает все те же действия, совершает точнее. И тоже установка завершается некорректно. Видим всю ту же самую ошибку. В общем, любые попытки установить NET Framework 3.5 увенчались неудачей. Что бы мы ни пытались сделать, и офлайн установщик скачивали, и многое-многое другое делали. Проблема на самом деле в другом. В поиске вводим службы. И наблюдаем, что в службах отсутствует центр обновления Windows. Это серьезное нарушение системных файлов Windows. Данную проблему я уже однажды решал, и на это у меня есть видео. Ссылочку оставлю в описании. Так что прежде всего нужно решить проблему с центром обновления Windows. Как только вы ее решите, то спокойно установите NET Framework.